говоришь им привет? Привет! Привет, ребята, доброе утро. И вот мы уже позавтракали, оделись, помылись, и я высушила волосы, сейчас хочу утюжком пройтись. Да, и выпрямить их. Они вроде и так уже прямые, да, после даже фена, но, думаю, может быть, вот это какая-то пушистость сойдет. Давно волосы не выпрямляла, поэтому оставляю Дэнни играться в комнате. У меня уже утюжок нагрелся, поэтому пойду выпрямлюсь и покажу вам, что получится. Да, маме дорассыпал. Я пару дней назад уронила свою пудру. Румяна, не пудра, румяна. Ну вот, вот что ты делаешь? Где у нас открывашка? Не вижу, вот с этой стороны. Мама, ой. Уронила ее со стиралки, и она вся у меня рассыпалась. И Дэнни мне сейчас вот остатки. Да? Ой-ой, да. Давай ее уберем, закроем. Мне надо теперь новую купить. Вот что у меня получилось после выпрямления волос. Не знаю, заметен ли вам результат, но такие стали более приглаженные, ровненькие. Красиво, мне нравится. В предыдущем влоге забыла показать вам две фотографии, которые мы повесили. Очень хорошо сюда вписались, давно лежали, все никак не было не применить никуда. Вот смотрите, это прошлый год, июнь, папа с сыночком в офисе у Егора. И вот здесь вот вторая фотография, Дэнни за рулем. Это все сделано с разницей, по-моему, мне кажется, там пару недель. Я тем временем жарю картошку. Будем есть картошку с такими грибочками. Они, скорее всего, отваренные. Просто родители Егора нам передали. Они в лесу собрали сами. И сейчас я их поджарю с лучком. Остывает. Да. Вот такая у нас вкуснятина. Сейчас наедимся жареной картошки. Пойдем отрабатывать, гулять. Мы выбрались погулять. Где там Дэнни? Ой, он куда-то не туда врулил. Мы его отправили на самокат. Да. Сворачивай. Подними. О, давай. Держись. О, уже неплохо. Неплохо. Ух ты, как здорово. Молодец. Ну? Ну как? Научился. Только поворачивать, наверное, ты еще не знаешь, да, как? Бух, в траву. Вот, да, ну так и разворачиваю тогда его. Выезжай оттуда. Вот, отлично. И мы забыли шлем Дэнни, ну что ж такое. Сейчас он немножко покатается. Ух ты, как поехал. Как здорово. Да, надо шлем. Ух! Все, еще давай. Ногой тормозит. Там стой, да, там дорога, там стоять надо. Ветер дует, волосы все лезут в лицо. А так хорошая погодка. Сейчас Дэнни накатается, и мы пойдем вот туда, в ту сторону. Там у нас бастион большой. Будем гулять, смотреть. Давай, попробуй. Ну, чтобы ехать, надо ногу убрать. Вот Егор учит его тормозить. Так неудобно, да, видишь? Да, неудобно. Скажи, кому как? Пришли чуть дальше и нашли вот такую стену огромную. Мама. Кусочек, точнее. Кусочек стены.
Так, что, все, накатался? Давай, мама держит. А, за ручку. Ох, как. Тут вон камушки такие. Не маленькие камушки тут. Угу. Развалины. Мы туда не полезем, наверное, да? Это тихо. Это камни. Это камни. Да, нет, туда не пойдем. Я сюда залезу. Вика скалолаз. Там окошко. Дэнни, залазь тоже. Ого, скажи, папа. Что, высоко? Дэнни покорил вершину. Вон машина, да? Ой, тут надо не оступиться. Камень. Камень какой. Вот да. Это камень такой. Дом. Ты в домике, да? Ты в таком домике? Домище прямо. Там забраться. Папа пришел. Угу. А, ну там падать-то не высоко. Да не высоко, да не будет да не туда падать, скажи. Тут нельзя, тяжело. Так, проходим. Дэнни все пытается камушки взять. Ух ты! Следующая комнатка. Вандалы уже все разрисовали. Вообще-то это культура, это не вандалы. А вот это что это? Вот это что это такое? Какая-то. Это... Что за дверь? Ворота. Это дверь. Да, дверь. В никуда. Ой, Дэнни, там фу, что-то бяк. Это фу, да. Ну что, пошли в следующую. Какая-то эта комнатка. Пошли дальше. Не очень. Дальше идем. Опа! А дальше все заложили камнями. Туда? Да и не понравилось. Бум. Угу. Аккуратно. Ну ничего, иди сюда, протрём. Спасаем. Больно! Где? Где там, покажи. Там больно. Там больно. Там больно, да. Туда не ходи больше. А, так нормально покоцался. Где? Вся ладонь. Содрал, да? Содрал кожу. Да, где ты так умудрился? Еще больно. Сзади меня находится летний театр. Помнишь, я говорю, 2 года назад точно такой же театр сожгли на Йоханнес? Да, это на 10 тысяч метров. Нет. Не на 10 тысяч, но факт в том, что пару лет назад мы здесь гуляли после Йоханнеса, и все было выжжено дотла. Железные стулья, все сгорело. И вот здесь проходят какие-то мероприятия летом. Здесь такое местечко есть для театра, для каких-то выступлений. Я говорю, чтобы Егор шел на сцену выступал, а он не хочет. Ну где сцена-то? Я не нашел сцену. Как ты не нашел? Вот сцена. Где? Вся сцена твоя, вот. Где? От стены до стены. Угу. Иди, мы будем смотреть Дэнни на тебя. Дэнни, давай ты пойдешь. Что-нибудь идите. Вот, пошли. На сцену! Никто не хочет на сцену. Ну вот. Такая табличка здесь говорит о том, что бастион перестал использоваться в 1809 году. Стал не нужен. Да, когда Финляндия присоединилась к России.
Дэнни тут у меня что-то ищет. Лопатки. Динозаврики. Прямо. Давай. Вот. И вот тут такая фотография старая. Смотри, Лариса с W. А, интересно. О, Дэнни дошел. Песочница. Крутую яму. Подает. Дэнни, ты кушаешь кашу? Да, переселил Дэнни за наш стол. И в планах у меня продать его стульчик высокий. Через пару недель посмотрим, как Дэнни. Он уже тут 2 дня сидит. Вот, так что будем уже как большие. Вчера получила вот такой вот контейнер для Дэнни. Крышечка открывается, и внутри такие пластиковые, не знаю, как их назвать, штучки, чтобы туда класть можно было орешки, сухофрукты, печеньки, все, что ребенок ест, все, что вы придумаете, и чтобы оно не просыпалось. Вот так вот. Я думала, честно говоря, что он будет в 2 раза больше. Совсем вот такой вот он небольшой. Но пригодится, думаю. Навела тут Дэнни порядки. Все, собрала в кучу. Хотела показать вам интересные книжки, которые я купила в секонд-хенде. Была там несколько дней назад. И мне они очень понравились. Первая книжечка — это «Часы изучать время». Они все на финском. Вот, и здесь интересно, вот кто что делает, герой, и можно время двигать. Нам с Егором тоже будет интересно почитать. Вторая книжка — это «Алиса в стране чудес». Это больше уже нам, взрослым, почитать с картинками. Вот, третья очень интересная книжка. Смотрите, сколько много сцен, и все подписано там, что это клоун, это то, это какой-то вот прием цирковой. Здесь дом, там часы настенные, игрушки какие-то, диваны. Очень интересно, посмотрите, это школа, дворик, кто тут что делает, как, что называется, бассейн, детская площадка. Бесценная книжка просто для нас. Это лес, звери. Очень интересно. И вот это тоже. Это город. Здесь открываются окошечки. И тоже все подписано. Очень много сцен. С ребенком можно сидеть, все это обсуждать, рассказывать, спрашивать. Много-много вот здесь вот открывается. Очень интересно. Дэнни вот эту книжку особенно заценил. Ему, конечно, интересно. Вот так вот. Вот это вот, ага, единственное, почти отрывается. А остальные в хорошем состоянии. Вот. И за все эти книжки я заплатила где-то 4 евро, по-моему. 4, максимум 5 евро. Там книжки стоили. «Алиса в стране чудес» стоила 20 центов. Вот. Вот это стоило, наверное, может быть, 2,5 евро. А еще я пойду сейчас писать список в телефон, то, что нужно завтра купить, собрать, потому что завтра ночью мы отправляемся в небольшое путешествие. Вот, надо все подготовить. И уезжаем мы ночью поздно, поэтому если влоги потом будут выходить с задержкой, может, в пятницу постараюсь снять, выложить влог. Но если он не выйдет, то вы нас не теряйте, идите в Инстаграм. Там будет все обновления, все последние наши местоположения. Да, Егор? Mm-hmm. Вот, так что я уже в предвкушении. У нас посиделки, полежанки. Игорь Чужого. Да? Дэнни принес одеяло, подушки. Что это? Нажми и веди вот так. Ну, веди-то вот здесь, где у тебя поле, вот. Так.
Скажи, если бы вот пальчиком водить, а не мышкой. Мышкой тоже надо уметь. Ну, как папа говорит, надо мышкой. Да. Так ты ему покажешь, он что-то, по-моему, не понял. Смотри еще раз, вот нажми, вот она рисует, видишь? Вот, молодец. Вот, нажал и двигай. Дэнни, зачем ты притащил на кухню свой бассейн? Да? Дэнни! Что? Дэнни! Дэнни? Дэнни! Да, ты. Дэнни! Ты как Ленин. Как Ленин? Да. А, я не заметила. Мы будем ложиться с пасенки, переодеваться, да, Дэнни? Ой! Скажи всем пока! Да ты еще и дерешься? Пока! Ой, все, он это укатил, да. Ребенок убежал, значит, будем с тобой прощаться со всеми. Mm-hmm. Да не хочет раздеться. Да? А что, сам ним как? Это уже будет за кадром. Сними с него, мы сейчас пойдем переодеваться, а вот все. Ну, руки, вот все. Теперь у нас голый ребенок, мы пойдем все переодеваться, ребята. В следующем влоге узнаете, куда мы поедем. Завтра насыщенный денек, надо все собирать. Я хочу с собой взять продукты. В общем, надо все обдумать. Выезжаем мы. Рано. Очень рано. В 3 или в 4? В 4. Да. Поэтому мама, до скорых встреч, ребята. Пока-пока.